Послание к римлянам святого апостола Павла. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Матфея святое благовествование. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. «И влез в корабль, прейде и прииде во свой град. И все принесовшие ему расслаблено жилами на одре лежаща, и, видев Иисус веру их, рече расслабленному: дерзай, чадо, отпущаются те греси твои. И се нет сед книжника реша в себе, сей хулит. И, видев Иисус помышление их, рече: вскуй вы мыслите лукавые в сердцах своих, что есть удобие речи: отпущаются те греси, или речи: восстани и ходи? Но до увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земли отпущать и грехи. Тогда глагола расслабленному: восстани, возьми твой одр и иди в дом твой. И восстав, взем одр свой и иди в дом свой». Видевши же народе чудишеся и прославивши Бога, давшего власть таковую человекам.
Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, заступник мой си, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавь тебя от сети ловчи, от словесе мятежно, клещма своим осенит тебе под крыле Его, надеявшись, оружием обыть тебе истина Его, не убоишься от страха ночного, стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоей тыща, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится, обаче от чима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яку ты, Господи, упование мое Вышнему, положилось и прибежище твое, не приид к тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесю тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василийска наступишь, и поперешь льва и змия, яко на мя уповая избавлю и покрыю, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышу его, сними в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твоей, ниже воздремлет, храня тебя, все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою, во дни солнца не ожет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое отныне и до века. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.